Знаете, везде люди, человеки, да? Есть традиции, есть люди конкретно. Вот так получилось, что это наша жизнь. Мы здесь живем, да? И каждый, неважно, где человек работает, в детском саду, на заводе, дворником, сантехником, он хочет жить хорошо, получать заработную плату, чтобы не уходить за заработками в другой регион, в Москву, а здесь, в своей семье. Вот хотелось бы, чтобы вот эти, ну, вот этому аспекту, что ли, уделялось внимание такое по-настоящему. Потому что если человек отдельно взятый хорошо чувствует себя, значит, хорошо чувствует себя и город, и регион. И люди есть талантливые, толковые, и среди среднего управленческого состава и выше, просто их нужно разглядеть. Хотя человек это очень сложно, как бы сказать, управляем и распознаваем, но один в поле не воин, однозначно. И все-таки надо внимательно присмотреться к тем людям, которые рядом, чтобы не получилось так, что все плохие, а работать. Надо работать просто внимательнее быть. Вот и все. Да и я думаю, что у нас есть достойные кандидатуры, люди и новые. И в нашей системе городского хозяйства, я сейчас не буду называть фамилии, но есть абсолютно и подготовленные, и стремящиеся. И здесь есть выбор, абсолютно точно. Почему решили уйти и чем займетесь в дальнейшем? Ну, во-первых, я считаю, что должна быть сменяемость. И я изначально говорил, я на этом стою, что на таких должностях, как глава городского округа, ну и не только, даже министр, все-таки два срока. Один мало, потому что ты пока вникаешь, а дальше все-таки должна быть сменяемость. Должны появляться новые люди с новыми силами, с мыслями, как на уровне главы города, так и на уровне руководителей каких-то департаментов. Это нормальный ход мысли, здесь ничего такого нет. Ой, его сняли, ой, да что, жизнь продолжается. Вот. И если работать, не прячась, очень сложно, и ты устаешь. Ну вот мелькает только что проблема, проблема. По улице идешь, ты же не видишь, что просто травка зеленая, ты видишь, не скошена. Ты же не видишь, что тут ланёвый, тут какой-то кружается. Там тротуар не сделан. И что-то ненормальное уже происходит. Это первое. Второе, ну, предложили попробовать новые роли, попытались, избрали. Дальше будет сессия государственного собрания, все точки будут расставлены, увидите, посмотрим. Да. Но где бы ни было, я считаю, что я иначе уже не могу, я буду стараться помогать не просто городу и республике, а конкретным людям. Это обязательно.